Нет мочи, нет очими ныне, коричневыми заморочены ими. Уже не дали блики печали, хуже бреда ли в лике молчали. За покой не отпиты делимы, запах в койку не впитывали, а звучали с упором на уши, так в начале забору Маруши, чтоб затем упражнять красноречие, чтобы в тело занятием печени, разглядев циркуляры эмоций, в разбубенцы моля пред иконцами, пощадить слали мысли весомее, небудимых ресничек спросонок.